Ну что ж, всем доброе утро, а сегодня не просто утро, а быстрое утро. Итак, я начинаю новую рубрику, которую я уже хотел и, в общем-то, так или иначе упоминал о ней давно. Я хочу, чтобы у меня постоянно была какая-то игра, которую я спидраню. На данный момент это, ну, как вы уже знаете, у меня игра Sonic the Hedgehog 2. И, ну, потом будут другие, скорее всего, игры, когда я добьюсь какого-нибудь результата, который мне будет, как это сказать, приемлем для меня, да, я буду доволен им, либо просто надоест, да, то будет какая-нибудь другая игра. Пока что это Sonic 2. Всем привет. Good Game, к сожалению, не работает, поэтому только на Твиче смотрим. Ну, раз вы меня сейчас слышите, значит, вы уже смотрите на Твиче, да, логично. Фух. Да, стрим с утра, потому что мне, ну, вообще-то, как бы, я не планировал, ну, вообще, с утра всегда делать, да, ну, вот, но сегодня с утра стрим, потому что мне нужно уезжать в Москву. Электричка в 15:29 по Москве. Соответственно, ну, я на нее попаду. Стрим будет закончен. Ну, время есть, я успею сгореть 10 раз. Увидишь нечто? Это не, это я не думаю. Ну, я надеюсь, конечно, на личный рекорд, но такое. Так, вот тут заполните чатик, тут должно быть что-то. В этом в черном промежутке. Да-да, еще раз всем привет, всем привет. Так. Ну, на этот раз я буду таймер тупо считать по сплитам, так как никто сейчас не будет запариваться считать именно по игровому времени. Так что просто, если я поставлю личный рекорд по сплитам, то значит будем считать, сколько это по игровому времени. Ну, так как запись ведется, то это не так уж и сложно. Так, 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 карт резет. Забегов, ну, сразу говорю, да, стрим не будет идти 40 минут, да, стрим будет, ну, я сказал, до скольки будет идти, примерно, там, до 14:40, где-то так. Поэтому сейчас первые забеги, скорее всего, будут совсем фейл, я вспомню что-то, да, потом, может, получше, ну, я надеюсь. Так, Hard Reset. Нет, не Hard Reset. Что-то чатик какой-то кривой на всю голову. Привет, Ревенант. Да, это новая рубрика. Это новая рубрика. Мы спидраним разные игры. Пока что у меня будет спидран игра Sonic. Потом, может быть, это будет другая спидран игра. Ну, даже не может быть, а точно, просто когда, я не знаю, но когда-то будет рубрику по Ивану. Ну, к сожалению, я как бы не могу стримить без, ну, 40 часов в день, да, поэтому по Иванам рубрика пока, я думаю, отменяется вообще. Возможно, она возобновится, когда я пройду Камилию, потому что у меня освободится время. Да, может быть, тогда будет рубрика по Иванам. Но пока что я хочу спидранить. А, к сожалению, я не могу и то, и то, и то, и то стримить, да? Ну, понимаете. Так, еще раз делаем Hard Reset. Так. Привет, Алкомен. Спидраны — это очень весело. И, ну, конечно, от этого гореть можно, но в итоге это все равно весело. Это забавно. Поехали. Вспоминаем, что вообще тут происходит. Так, первый уровень, тут прыгать надо или что? Я уже не помню. Ой, такой-то спидран пошел. Ясно. Хорошее начало. Музыку слышно с игры? И наоборот, не слишком громко.
Блин, не прожался прыжок, долбанный, ну ладно. А, все, отлично. Мега сиди. Не, мега сиди это такое. В смысле, у тебя есть физическая мега сиди? Вот это удивительно. Так, это нормально. Это нормально. Ну, только не нормально, что я кольца потерял, но, а то, что я врезался в шипы. Пока что у меня лучше не получается, ну очень нестабильно, поэтому это пока норм. Блин, косяк, косяк, косяк. Ну и ладно, не очень страшно. Так, здесь я пока всегда кольца теряю. Тут есть лучшая страта, но не ж понимаете, я пока только изучаю. Здесь можно без остановки прыгать, но есть шанс упасть в воду. Я не хочу рестартить пока постоянно. Но у меня не настолько прям на секунду идет счет сейчас. Блин, реально, ну да, это не просто раритет, это редкость довольно. Блин, три раза только. А. Никогда здесь не успеваю. Ой. Какая нахрен пауза? Какая нахрен пауза? Ой, надо проснуться, надо проснуться. Вместо сплита паузу нажал, еще и не вовремя. Я же нажимаю сплит обычно, когда у меня очки посчитались. Секунды точно сэкономил. Пока, конечно, 2 секунды для меня это так себе. Мне бы надо минут 5 сэкономить. А это возможно на Oil Ocean в первую очередь. И на Метрополисе, если я скип сделаю. На втором. На третьем Метрополисе скип слишком жесть для меня пока. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Да какой понизу? Ну ладно, уже понизу побежали, значит понизу. Вообще-то я не хотел понизу. Это куда я попал? Я не планировал сюда. Ну и ладно. Так ГГ вообще нету плеера. Блин, опять три раза ударил, да что ж такое? Блин, дурацкий босс, честно говоря, для спидрана. О! Ну, по таймеру норм, на самом деле. Да я упорот, что ли? Почему я паузу нажимаю? Почему я паузу долбаную нажимаю? Ладно, ты затренили первый уровень, ничего не знаю. Почему я паузу нажимаю вместо сплита? Это жесть. Ну это реально, это тупо, это такой бред.
Отлично. Начали с прыжка. Ну такое. Оп. Все-таки я это сделал. Опять три удара вместо четырех. Так, что за фигня нахрен? Так, не пауза, а сплит. Конец-то. А, я уже забыл, что на Chemical Plant-то. А, нахрен я так закрутился сильно. Ну ладно. Не самым лучшим образом, но и не самым худшим образом. Так, вниз я реально не хочу падать! Ну не хочу я вниз падать, ну все, жопа. Ну короче, я потерял... Хрена я сколько секунд, на самом деле, довольно прилично, секунд 30, наверное, потерял. Но ничего, продолжаем. У меня пока не настолько идеальные забеги, чтобы из-за этого дропать. Знает, может быть, я Oil Ocean без смертей пройду, и как бы у меня все равно будет личный рекорд. Правда, тогда будет вдвойне обидно, что я тут столько потерял, но ну, хрен с ним, ладно. Так. Раз, два, три. А, так. 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 Да ну пожалуйста, ну стелс, ну... ну блин, почти получился баг. Почти получился, очень близко было. Только тейлс дурацкий не сработал как нужно. Вот и сиди там теперь. А, тут надо было налево, ладно. И вот мы только к этому месту пришли. Да это говно какое-то. Да. Отлично, можно дропать смело уже. Все. Обожаю баги движка Соника, которые не запланированы. Но тем не менее, чтобы ради того, чтобы вспомнить, да, что к чему, я продолжу. Я продолжу до конца. Даже сейчас. Я продолжу все равно, потому что надо вспомнить пока все, а то сейчас там тоже какие-то ошибки пойдут. Все равно это не последний забег, да? Сейчас мы вспомним, потом будут другие. Hmm.
нормально так, плюс полторы минуты. Домофон звонит. Хрен с ним, у меня спидран, ничего не знаю. Да лол, застрял. Опять я скорость потерял из-за воды. Вот это тоже такое убогая механика. Что ты из-за воды скорость теряешь. Надо вот этот уровень отработать на самом деле. Вот этот уровень явно недотренен. Вот явно недотренен Aquatic Ruin 1. Да, я постоянно здесь. Я постоянно здесь торможусь. Просто каждый раз. Потому что он слишком простой. И как-то не кажется, что его даже не надо. Кажется, что его не надо тренить, на самом деле нет, надо его тренить, его надо затренить. Есть, есть. Какого хрена ты затормозился? Неужели у меня геймпад нажал кнопку влево? Неужели у меня геймпад кнопку влево нажал, когда я вниз жал? Вот убоги-то, а? Ну ладно, все равно неплохо прокатились. Собаки. Привет, окей. Все хорошо, это забег, на котором я вспоминаю. Почему у меня отставание увеличилось? Я же хорошо и Aquatic Ruin 2 пробежал. Ладно, не суть. Блин, задел. Так, ну тут в принципе норм сейчас. Сейчас. О, попал. Ну давай, ну. Да ну не попал. Ладно, ничего страшного. Я пока по хорошему пути иду. Пока еще по хорошему пути иду. Вот здесь главное. Вот как-то. Ну вот. Вот. О, хорошо, на самом деле, хорошо. Ну давай, ну вниз, пожалуйста. А, на самом деле хорошо. Я, по-моему, за 51 секунду никогда не проходил этот уровень. По-моему, именно на этот акт у меня личный рекорд. Посмотрим, будет ли Gold Split на казино в целом. Если честно, я не знаю, у меня, по-моему, Life Split не отображает Gold Split, и я хз как это сделать. Ох, не упал в дырку, отлично. Пока прям вообще очень хорошо идет все. Ну, спасибо, хоть ничего не выпало. Далеко не на всех уровнях. Далеко не на всех уровнях. Блин, ну упор.
Да ну ты не упарывайся, пожалуйста, Соник. Ну вообще я его уже неплохо побил, на самом деле. Вообще я его быстро убил. Для себя я его быстро убил. Вы посмотрите, сколько я времени сэкономил. Это явно мое лучшее казино, которое просто было за все время. Я 24 секунды сэкономил. Ой, упал. Ну я просто не... Ну, он просто не прыгнул. Он упоролся. Не суть. Да, привет, Гантригер, да, лучшее казино в худшем забеге. Ну как в худшем, забеге? На самом деле, я не знаю насчет прям худшего. Мой самый первый забег был самым худшим, потому что я там вообще не знал никаких тактик, да? Что я делаю? Ну пожалуйста, что я делаю? Что, я все, я пропустил скип. Я заговорился, ну его нахрен. Ну как же, надо концентрироваться, нельзя так просто. Откуда у меня кольцо взялось, мне повезло. Ладно, раз уж я торможу, давайте возьмем еще и вот это. Ты все испортил? Почему? А, ну, да. Отлично. Не прыгнул. Он не прыгнул. Ну не суть, ладно, чуть-чуть совсем потеряли. По сравнению с тем, как я до этого терял там время, это абсолютно ерунда. Это только для VR там, наверное, важно. И около того. Вот вы будете смеяться, но забег еще не мертв. Забег еще не мертв. Если я Oil Ocean пройду без смертей, или там с одной смертью, да, я в минус уйду. Я уйду в минус. Привет, пресс-клауд. Да, новая рубрика. По субботам теперь спидраны будут. Ну, я надеюсь. Надеюсь, что все так пойдет. Пока что у меня спидран игра Sonic 2. Потом, наверное, ну, будут, скорее всего, другие игры. Но потом это не скоро. То есть, когда я... Ну, посчитаю, что у меня с Соником все хорошо, то можно будет попробовать и другие.
Я думаю, с Соником хорошо будет еще не скоро, так что... Не попал опять. Ну ладно, 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 ладно. Не расстраиваемся. Секунд 15 потерял. Мегаменов нет. Я даже никогда не проходил мегаменов. И... Ой-ой-ой, что я сделал? И даже, честно говоря, не хочется. Тем... Есть. Да ладно! Упал. Первый раз упал там, отвечаю. Первый раз упал там, ну, попытка спидрана, я имею в виду. Да, конечно, я не процент. На самом деле сейчас тоже неплохо этот уровень прошел. Неплохо, неплохо. Смотрите, сколько времени сэкономлено. Охренеть, сколько времени сэкономлено. Жесть. Это я так затупил тот раз? Все, пипец, под океан. Погнали. Ну не-не, только не умирай тут хотя бы. Ну хотя бы не тут. Ну стыдно же, ну. Последнее осталось, где можно умереть. Есть! Есть! Куда? Куда? Я даже не знаю, куда это приведет. А, все, ничего страшного. Все, фигня. Мало потерял очень по времени. Можно сказать, даже ничего. Есть! Ой, лошадь, один без смертей! Есть! Да, да, до 6 раз увеличивается скорость разгона. До 6 нажатий, быстро. Все, гиперсоника взяли. Бежим направо. Вот ведь. Не суть. Не-не-не-не-не-не-не. Нам вот сюда, пожалуйста. Пожалуйста, Соник, пожалуйста. Нет-нет-нет, ух, что ты делаешь? Нет, умер. Ладно, ладно. Одна смерть. Ладно. Так, господи, ну... Две смерти это еще тоже немного. Я тут брал два конта, по-моему, или даже три конта. Я 6 минут проходил этот, ну, весь Ойлоушен в прошлый раз. Блин, ну какое же пот место, какое же пот место. Это очень потное место. Один конт это я еще, ну, такое, я могу еще минус идти.
Особенно если у меня еще получится Метрополис второй пропуск. Еще пока не все потеряно. Да, вот теперь боюсь все. Что это? Я не могу двигаться! Что это вообще за место? Удаляй. Просто удаляй. Ну ладно. Я дебил. Тем не менее, если сейчас у меня получится вот сейчас дойти до босса без смертей, я буду доволен все равно. Недоволен я, недоволен. Но в любом случае, это, ну, как бы, все равно забег-то очень плохо начинался, так что, чего уж тут особо. Но, тем не менее, все еще не, ну, не все потеряно, еще не все потеряно. Потому что еще Метрополис, на котором я тоже умирал, там, и прочее, что это. Давай. Ну, может и потеряно, посмотрим. Может, я вообще сейчас не пройду это место, будет гамовер. Да господи, чё ж ты падаешь-то, ну. Ну и как бы, на самом деле я не расстроюсь, потому что это первый лишь забег за сегодня. Нормально. Я не хочу нормально, понимаешь? Я уже об этом говорил. Если я буду пытаться нормально по уровню пробежать, я никогда не сделаю нормальный результат спидрана. Да, я буду проходить без смертей всегда, да? Я игру это без смертей прохожу, без багов, если без спидрана. Ну вот, но тогда я никогда не получу хорошее время. Мне нужно именно по этой стратегии, но только не умирать. Да, это сложнее, но зато время будет меньше. Думаешь, я не делал сейф-стейт и не тренил? Ну, ты что-то это... Ну, ты дал. Я тренил и очень много. Ну, как очень много? Ну, прилично. Просто оно очень потное место. Очень потное место. Не знаю, но про гиперсоника было сказано еще в книжке кодов. Правда, там было очень кривое описание, я так и не смог по нему сделать. Но, видимо, они уже что-то знали. Да ну. Еще крестовина иногда подводит. Да господи, что ж ты делаешь-то? До самого последнего конта, до самой последней жизни я буду пытаться. Я не буду рестартить. Пофигу, что уже по времени ничего не спасти, да? Но мне надо это сделать. Либо убедиться, что я это вообще не могу сделать. Сейчас. Ну, если будет гамовер. Что сейчас было? Это было называется слишком большая скорость, и коллизии, походу, не сработали.
ну. Ты ну рано, рано нажал. Ну я рано нажал прыжок. Но там чуть-чуть поздно и умираешь. Чуть-чуть рано, и ты выпрыгиваешь здесь. А тебе нужно выпрыгивать наверху. То есть мне нужно после момента телепорта нажать прыжок. Но не слишком поздно, иначе я утону. Это очень тонко. То есть как только Соник исчез, я должен очень быстро нажать прыжок. Очень быстро. Чуть ли не в тот же фрейм там, я не знаю, но очень быстро. Почему у меня ни разу не получилось, лол? Еще конт, еще пробуем. Будет хоть плюс 100 минут. Ну, правда, у меня жизни столько не хватит. Почему, какую прошлую попытку? Привет, Снап. Нет, в смысле, все считаем. Есть. Я первый раз тут умер. Ну, поторопился чуть-чуть, поторопился. Но, Снап, ты не понял, это рубрика новая. Вот он, вот эта тупая физика вертолетика. Видели, я у стены стал, я не мог нажать влево. Я жал влево, он не шел влево. Он просто не шел влево. Он просто стоял у стены и все, и жди, пока тебя убьют. Именно это первый стрим в этой рубрике, Снап, вот я про это. Не знаю, если честно. Плюс 6.28. О, не пошло. Эх ты ж. Но лучшие спидран страты это вот эти. То есть рекорды и так далее по этим стратам. Но они у них получаются идеально. Он почему-то. Смерть? Нет, не смерть, но и не баг. Смерть. Привет, Синрир.
надо же, впервые по спидран-страте получилось это место. Но казалось не так уж сложно на самом деле. Повторюсь, стрим у нас идет примерно там до 14:40, так что скорее всего еще максимум 2 забега. Потому что мне надо в Москву ехать. Прошел Firewatch, я хэзу. Да ну. Ой, Тейлс умер. Есть. Ну давайте. Не вышло. Попытка 2. О, удаляй! Это что же произошло? И вообще где? Ладно, все, идем, значит. Не пошло. Я думал, я вообще, короче, в лаве застрял и все, и там буду находиться до таймовера. Привет, Шипуп. Да. Я не знаю этот путь. Я должен был скип сделать. Этот скип более или менее стабильно получается. Ну, то есть я мог его сделать запросто. Просто, ну не вышло. Бывает. Этот скип не такой уж сложный. Но этот объект не про удачные скипы, явно. Привет, Теркил. А, дурацкий момент. Ох, повезло. Да лол, ты издеваешься, что ли? Все? Такая нелепая смерть. Там нет рандома снап. Там вполне четкая страта. И она не такая уж сложная. А, ладно, давайте сейчас. Вот какого хрена? Вот у меня на тренировках также, у меня получается на тренировках это. Ну, а, кстати, да. Но на спидранах у меня ни хрена это не получается, говно. Вот сейчас не получилось. Сейчас слишком я быстро нажал. Ладно, все-таки это нестабильная шнега. Ну я просто на тренировке, у меня получилось, наверное, где-то раз 5 из 6. Это вот недавно я тренил, и я думал, все, типа, ну ок, будет получаться. Ну вот смотрите, все равно, 2 из 3, или сколько, 2 из 4, да? Ну что-то на спидране это не было 2 из 4, или там вообще на 50%.
никакой проблемы я не вижу в этом. Ладно, давайте еще забег. По-быстрому, время у нас ограничено. Привет, Кверти. Я надеюсь, хоть один забег я сегодня завершу. Предаемся. Нет, по-моему, анимация на хитбокс волны вообще не влияет. Ну да, снап. Ну какой отвлекающий момент? Отвлекающий момент только то, что я типа чуть-чуть волнуюсь, да? Ну как бы надо не зафейлить, типа. Надо не вафлить, да? Понятно. Не буду рестартить из-за этого, понимаете, да? По сравнению с Oil Ocean, это вообще фигня, то, что я потерял это время. Тем более, я до сюда дошел очень быстро. Лол. Я до сюда дошел очень быстро, я не особо отстаю. Ну да, снап, такое-то есть. На самом деле неплохо. Несмотря на такой фейл на боссе, я неплохо пробежал. А, опять я слишком сильно закрутился. Оп, есть. Так, вниз не падать, вниз не падать. Очень плохо внизу. Так не выйдет, да? Блин. Тоже скип не получился. Но это ладно. Это лучше, чем вниз там упасть. Намного лучше. Я мало потерял, в общем-то, на самом деле. Фигня. Секунд 10 потерял, наверное. Ну чё, давай Chemical Plant. Запили-ка мне баг. Я слишком сильно закрутился. Chemical. Насрать. Не, на самом деле, ладно, не насрать. Но я просто с детства привык так называть. Это сложно. Переучиться.
нуклеуса. Не, через А я сразу с детства читал, но единственное, что я читал Knuckles, да, с К. Я через А читал, но с К. Я этот уровень за минуту проходил на тренировках. Пофигу. Так, нельзя тренировать на Aquatic Rain, сейчас опять я заруиню. Да. Хрен бы с ним. Ну только не падай вниз хотя бы. Хотя бы не падай вниз. Упал, да. А, лол, я себе время продлил, да? Из-за того, что я налево пошел. Привет, Тор. Sonic Adventure. Да куда ты перелетаешь-то? Ну, я не понимаю, почему такое происходит. Есть. Опять затормозился. Опять затормозился. Он упорот. Он упорот в хлам. Но это у меня походу крестовина шалит. Я больше не вижу других объяснений. Нормально. А я не играл в Adventure. Я посмотрел твой стрим, Снап. Не целиком, но... где-то треть. Ну, запись. Вообще жесть, конечно, играет. Что-то, по-моему, контра отдыхает. Ну, я по поводу дизайна монстров. Не пошло, да? Не пошло. Ну давай. В принципе, по-моему, не так плохо. Ну, относительно. Вот это уже плохо. Но хотя бы я не застрял на этих штуках. Ну ладно, секунд, наверное, так 20 потерял. В принципе, для меня это пока все терпимо. Ну да, я посмотрел 25 уровней, лол. Ну ты что-то офигенно в нее играешь. Ты спидранить ее хочешь? Ты бессмертие, по-моему, прошел, да? Ну, по крайней мере, вначале точно бессмертие дошел.
Почти отлично. Ох ты ж, упоролся. Есть. О, как я быстро его убил, офигеть. Очень редко так убиваю быстро его. Да ну. Ну смотрите, у меня на казино очень хороший сплит. Очень сложно сэкономить время теперь тут будет. Но сэкономил. Ну это из-за босса, это из-за босса. Так, давайте хилтоп без смертей. Лол. Ладно. Что? Почему не сработало? Попал, да ладно. Ага, и ты еще умри тут на лаве. Продолжаем. Еще не отвалился до сих пор, офигеть. Ничего, ничего, продолжаем. Продолжаем. Я не буду дропать этот забег. Я говорю, я вообще не буду в ближайшие забеги дропать, потому что с моей стабильностью это пока не имеет смысла. Все, завафлил. Ну как завафлил? Мне придется ждать, пока закончится эта фигня. Но я не буду пропускать скипы просто так. Я лучше потеряю время, но скип я попытаюсь сделать. Вот, уже лучше. Сейчас тут умру, да? По-любому. Привет, Морт. Да я все уровни по отдельности тренил. Ну вы о чем говорите? Вы думаете серьезно? Я ничего не тренил, да? С эстейтами там и все такое. Прям каждый момент там. Думаете, я не тренил? Ну вы че? Воу, каждый, по-моему, написал про это. То, что, а почему бы тебе не потренить это с эстейтами там или отдельный уровень? Ну, лол, разумеется, я тренил. Разумеется, я тренил. Может быть, вам кажется, что это легко? Ну, попробуйте. Может быть, у вас получится лучше. Классно. На speedrun.com, значит, результат выложите. Будет очень круто. Причем я это говорю абсолютно без сарказма. Может быть, реально у кого-то лучше получится.
опять Just Observer. Blind Run. О, Мистик Кейф уже в плюсе. Круто. Ну да, Хиллтоп, конечно, меня подпортил. Кстати, штуки могут смертью закончиться. О. Сэкономил чуть-чуть времени тут. Мистик Кейф явно лучше стал получаться. Ну тут сейчас не забафлить, пожалуйста. Есть. Есть. Да, опять она успела зажечь. Она, по идее, если все делать правильно, она не успевает зажечься. И, ну, в итоге, ну, норм. То есть ты ее убиваешь, и все хорошо. Вот ведь собака, ну. Как я на этом боссе умер? И, естественно, я не взял чекпоинт, потому что я никогда на нем не умираю. Мне даже в голову не пришло чекпоинт взять, ну, потому что я никогда его не беру. Я умер на боссе, лол. Отличный забег. Один за другим. Один забег офигительнее другого просто. Ох, ты сейчас придавить могла. Ладно, возьму чекпоинт. Да это смешно. Что на уровне сайпера? Ну такое. Да какого хрена? Какого нахрен хрена? Какого хрена? Что происходит? Почему? Что сломалось? Что с этим боссом? Он у меня был вообще 100% стабильный практически. Все, пипец, под океан. Ну, начинаем потеть тогда. Ух, это сейчас было близко. Пожалуйста. Последняя преграда осталась. Не, ну первый лошадь у меня затренен. Первый наконец-то затренен. Первый бессмертие я уже второй раз подряд прошел, даже на забеге. А вот второй! Вот второй, да. Это такое. Тейлз, ты что сделал? Тейлз! Тейлз, ты что сделал?
думал, тайм-овера ждать придется. Да лол, ну начинается. Стоп, я забыл. Не, не сюда. А, нет, сюда, все правильно. Лол, я забыл уровень. Привет, Инферно. Первый континия. Привет, Сейдер. Тейлс, не делай так больше, пожалуйста, никогда. Да лол. Что? Да. Есть. Есть. Тут, короче, если очень упороться, то можно роботника слить за один его подъем. Но это тяжело. Я пробовал, это у меня не получилось. Очень тоненько там надо делать фигню какую-то. Типа там надо спиндэш в нефти сделать. Ну, конечно, я все равно в плюсе, но посмотрите, сколько времени я сэкономил. Это, наверное, gold split. Это gold split по-любому. А, ну это желтое, наверное, означает, что gold split, да? Ну да. Что произошло сейчас? Не пошло? Ну ладно, нормально. Ты серьезно? Ну, помогай. Давай. Ну, я не знаю, у меня рестрим с Good Game не работает. Второй день. Он просто не работает, он вообще не включается. Чё ты делаешь? Ну, Тейлс, ну не упарывайся. Ты чё? Ты мне помощник или враг? Ядрить. Не ожидал такого от Тейлза. Да что ж такое, ну? Может быть, надо чуть пониже закрутить? А то Тейлс ее сломал. Ну. Я слишком рано, по-моему, жму.
Куда я попал? Давай, Инферно, удачи. Что Инджинкшер ТМП? А у меня ресурсы процессора есть, по-твоему? Достаточно. Привет, Дефендер. С днем рождения, кстати, Дефендер. Поздравляю. Поздравьте Дефендера, тортики в чатик, все дела, ну вы знаете. И Телс мне все испортил. Я сейчас не могу, Дефендер, отвлечься особо. Ты видишь, у меня тут какие страсти происходят. Чё там, рассказывай. Да ну, что я делаю? Ну, пожалуйста. Ну, игра. Я. Руки. Голова. Ну. Что ты делаешь? Да, поздравляю, Defender, ты старый. Старющий просто. Баг головного мозга просто у меня. Я не понимаю, почему я так делаю. Я не понимаю. Меня Тейлз раздражает. Очень раздражает Тейлз. Он такой убогий, он такой убогий, он такой говнюк. Он все портит. Он постоянно все портит. Ну какого вот хрена? Вот какого он хрена сейчас все испортил? Все, скипа нет из-за Тейлза. Из-за долбанного Тейлза. А, это кружочек навернуть? Отлично. Я-то уровень плохо помню, кроме того, тех моментов, которые нужны для спидрана. Самый дурацкий момент всей долбанной игры. Вот этот вот. Здесь так легко умереть, так легко умереть. Вообще просто. Самое изи умереть это на этом месте. Просто ничего не надо делать. Даже стараться будешь не умереть, все равно умрешь. Знаете, мне нужна жизнь. Понадобится. Может. А 2 секунды вообще ничего не дают, которые я потерял из-за этого. Да пошли нафиг, ну лол. Один 41, но у меня скип этот не получится. Один раз, как обычно, пробую скип. Один раз. Понятно. И начинаем проходить длиннющий уровень в игре без всяких скипов и прочие лабуды. Просто как лалки медленные. Я даже не помню этот маршрут, если честно. Чё тут куда?
Вообще, конечно, категорию Glitchless я бы хорошо пробежал, потому что я Соника без смертей проходил уже, да? Я к механике-то, в общем-то, привык. Нет, Glitchless бы я нормально пробежал бы. Но такой нет категории. Профессионал на спидранковом. Любимый враг всех игроков вот этот вот. Все так любят его. Особенно в этом именно месте. Просто лучший момент просто во всей игре тоже. Один из лучших. Лучший был тот все-таки, но этот тоже один из лучших. На нем так сложно умереть. Каждый раз поднимаясь и падая. Что там, Дефендера 45, да? Нормас. Без комментариев. Ну, точнее, бегать сам это такое. Надо, чтобы еще приняли эту категорию. Не пошло. Главное, кольцо не потерять. Этого босса по спидрану очень тяжело убивать. Это сейчас, если вы не поняли, это не было спидран стратой, но это было так себе. Говно страта. Плюс 2.20. Так, ну тут надо просто не умереть. Что не является сложной задачей ни разу. Просто не надо тупить и выпендриваться, и все. Просто не тупить и не выпендриваться. А из-за того, что уровень долгий, выпендриваться хочется, честно. Минуту 25. А нет, он. А нет, 2.07 он идет, если без спиндэша, 2.05 со спиндэшем, вроде так. Привет, Мидас. Тут, короче, на уровне чуть больше 50 колец, так что тут можно суперсоником стать. Ну, если вы уже собрали изумруды. Я всегда, если с изумрудами играю, я всегда стараюсь собрать суперсоника. Хотя это абсолютно бесполезно, но просто, типа, такой... Хоть какой-то тебе забава на этот уровень, потому что тут кольца потерять можно и не соберешь тогда. Hey, Entity. Sonic the Hedgehog 2, my favorite game on Sega Genesis. Mm.
Ну я так и думал, что 4 он это про Наклза. Ну все, сейчас сливы. Готовьтесь. Сливы incoming. Та-та-та-та-та-та-та. Однако. Но это еще не все. Блин, чуть-чуть задержка. Какого хрена у меня DSX 3357? У меня не было такого времени. Это самый best, по-моему. Хотя нет, самый best вообще 3750. Стоп, а у меня там 40 с чем-то же было вроде, или нет? Что-то странно. Ладно, не суть. Не умирать, не умирать. Но я все равно в плюсе, но, блин. Ну, надо хоть все равно завершить. Меньше на один удар, чем хотел, но пофигу. Так, 8. Пара-бам-пара-бам-пам. Не буду торопиться, не буду торопиться. Пара-бам-пам. 9. Такое. На самом деле, с таким-то началом я сделал всего плюс 18 секунд. Последний забег на сегодня сейчас будет last run today. Да откуда у меня 35 взялось, я не понимаю.
Что за чушь? Откуда у меня... А, вот, я понятно, я не с тем бегал. Все, 40-15, вот это мое время лучшее. В смысле, читал, все спрашивал. Давайте, надо не завафлить. Я не понял, DMC, про что ты? Ну, типа, что он спросил, что мы из России, а я сказал, что тут русский язык. Ну, блин, суть-то понятна. Я просто решил так ответить. Ну просто мне надо в Москву уезжать, к сожалению. Ну я, потому что мне не хватит времени на забег. Я вот этот забег добегу и будет Музон. А, нет, там я знаю, что там спрашивают. Там я знаю, что спрашивают. Никогда не запрыгиваю, никогда не запрыгиваю тут. Очень редко. На забегах ни разу еще не запрыгивал. Other Genesis Games? Sometime, but not speedrun for now. Блин, не добил, сволочь. Snap, а ты можешь написать? Я просто, мне тяжело по-английски, что типа раньше я, ну, стримил более-менее часто Сегу, а сейчас редко. Мне просто тяжело это сейчас сказать, я не могу подобрать слова. Да ну, не получилось. Слишком поздно нажал. Раз, два, три. Прыжок. И прыжок. Есть! Да ладно, ну... Спасибо, игра! Блин, ну тут не пошло. Ну ладно, ладно. Все равно я уже сэкономил... на времени. Ой, сейчас умру еще. Нет. Какая жаль. Серьезно, я сделал скип и умер. Если честно, я уже не хочу продолжать забег. Он проклят. Все, второй раз не получится. Thank you.
Такая лажа, такая лажа. О, хоть так, ну хоть так. Уже хорошо. Ну это, короче, надо скинуть страничку, по-моему, fangames, fangame.es slash I wanna be the guy, вроде так, или я не помню, как там, ссылка, короче, есть, где все объясняется. Откуда берутся глупые смерти? Откуда? Ну почему они происходят? Почему, я не понимаю. Откуда они происходят? Никогда, естественно, ни в каких тренингах таких смертей не случается. Никогда, абсолютно. Ноль. Не бывает такого. Это просто невозможная смерть. Так никто не умирает, и я так не умираю. Никогда. Но только на забегах. Только на забегах такое случается. И опять просрал все... скорость. Ну это ладно. Ядрить. Да опять ты проскочил, ну лол, он упорот. Тейлз, тебе только что запорол скип уровня. Ты понимаешь, что ты сделал? А, ну хотя не до конца вроде запорол, да? Ну, я теперь не смог. Скорости, мне кажется, не хватило. Почему Тейлз такой... Ладно, воздержусь. От ярких окрасок. Да ну не хватит еще нахрен. Ну это когда ты за него играешь, он классный, а когда он робот, он не очень. Что это? Что это? Ну лол. Наконец-то пошел по нормальному пути. Так, тут главное не фейл. Ну нет, только не кольца. Ну ладно, это мало. Не заскочил. Ладно. Не, нормально, нормальный уровень пройден. Мне нравки. Не, там только 4 уровня. Точнее, 3 уровня и еще бонус уровень.
Причем в том порядке уровня, в котором ты захочешь. Да, лол. Казино стало неплохо получаться. Неплохо стало казино получаться, честно. Вот босса бы еще подкачать. В прошлый раз он не... Как я, кстати, взял чекпоинт. Я как чувствовал, что он нужен. Чувствовал, что нужен гребаный чекпоинт. Ну давай, ну, ну. Ну давай, ну что ты делаешь? А, как раздражает этот босс. Самый тупо, самый сложный босс в игре. Просто самый сложный босс в игре. Вот этот. Не финальный, ни хрена. Не какой-то там еще. Вот этот самый сложный босс в игре. И не только для спидрана, но и для... первого прохождения. Ну, для первого прохождения. Ладно, для первого прохождения последний самый сложный. Тупо потому, что он без колец. Только поэтому. Вот этот вот самый сложный все равно. Для второго там прохождения точно самый сложный. И для всех последующих. Охренеть, я из-за этого сколько времени потерял. Most Russian people like Genesis because it's как сказать, что больше продавалось-то. Not many people have Super Nintendo in Russia. Ладно, забили. А чё забили? Я даже не знаю, как тут идти. Ну, короче, я запорол катку. Я не знаю, как тут идти. Пофигу, живем. Ну, сейчас мы соединимся где-то. В какой маршрут соединиться должен все равно. А, все уже. Уже соединился. Не сказал бы, что прям так много времени потерял, на самом деле. Несколько секунд, по-моему. Фигня, короче.
Как-то не попадаю на нее почему-то. Лучше возьму нахрен. А то сейчас убьет еще что-нибудь. Что? Простите? Как это вообще могло произойти? Как это вообще могло произойти? О, я из плюса почти ушел. Охренеть. Ну да, он сказал, что ему обе надо. Знаю, куда здесь идти. Ну все, засрано. Все, все. Вообще, сейчас плюс пойду опять сильный. Да ты издеваешься! Что вообще происходит? Ну почему такое происходит? Ну почему? Я же нормально это все проходил. Я даже сейчас на забеге это несколько раз проходил вообще стабильно. Ну как он умирает об это говно? Вот так должно быть. Он не должен подпрыгивать на телеке. Он должен врезаться в телек. Ну хоть этот скип получился уже что-то. Две жизни слил, или три даже, да? Две, по-моему. Шатал я это. Ой. Чуть-чуть затормозился, но это не страшно. Опять она не... Нет. Так как я туда умудряюсь залетать? Вот, нормально, босс получился. Чего он выпендривался в прошлом забеге? Вот чего он выпендривался, серьезно? Да нажми так кнопочку, дурацкая. Нормально. 10 секунд. Ну, теперь вот ответственный момент. Посмотрим. Фух, это что сейчас было? Нет! Oil Ocean Worst level for speedrun. Hardest. Very hard. Skips.
блин, я умер на первой лошади, это косяк, конечно. Ну да не делай так. Как это происходит? Ну как это происходит? Почему такие смерти появляются? Ну, это же такая чушь, это такая чушь. Это бред. И Тейлс угнал мою вагонетку, ну... Так хочется геймпад куда-нибудь кинуть. Да ладно, серьезно? Ну все, я все потерял, потому что вряд ли я без смертей дойду. А, так даже если я дойду без смертей, на самом деле я не уйду сильно в минус. Что это нахрен происходит? Какого хрена? Ну хоть чекпоинт взял. Серьезно, какого хрена? Этот момент вообще не представляет никакой сложности. Никакой сложности. Вот этот выставляет сложность. Вот сейчас скип этот будет представлять сложность, да. Ну его нахрен, с первого раза. О нет, извините за это, сразу извините, пожалуйста. Блин. Блин, скайп, придется поставить статус, ладно, несколько секунд потеряю, если вообще пофиг на них. Вообще, это надо мне ответить на самом деле, это по поводу того, что я поеду в Москву, так что... Ну ладно, ничего страшного на самом деле.
если Метрополис скипнут, то есть шансы на личный рекорд. Забавно, Тейлс умирает там. Ну рано. Слишком рано. Нет, что произошло? Куда? Где я? Блин, ну где я? Что это за место? Куда мне идти? Да лол, куда мне идти-то? И чё? Ну почему такая хрень случается? Ну блин, я назад вернулся, понятно. О, еще ты, спасибо. Привет, Эльзорга. Чё за глушка-то? ХЗ по кому? В смысле, я не понял. Потерялась, ну. Да ладно, ну пожалуйста, ну. Ну почему этот скип так не, такой не получается, ну, именно на ранах? Ну все, по-моему, шансов нету. Я Винг Фортресс хорошо прошел в прошлый раз. И то мне не хватило там сколько-то секунды, 18 секунд. А сейчас что, на Метрополисе я уже хорошо не пройду. Ну ок, я не буду даже пытаться делать скип в начале третьего Метрополиса. Может быть, мне это типа даст нужные секунды. Ну такое, знаете. Что это сейчас было? Что это сейчас было? Спасибо, Талс, я так люблю, когда ты так делаешь. Это лучшее просто. Ага, так, хреновый момент, я помню. Нет, умирать не надо. Надо кольца терять, но не умирать. Но я не смог, и меня откинул он уже в место, где я не мог продолжать попытки. То есть он, как правило, там есть два исхода, то есть три исхода. Ну, первый это скип получился, да? Второй это меня кидает на начало уровня, я могу попробовать еще раз, ну, сделать скип, да? И третий, это меня кидает в другую часть уровня, где я уже не могу вернуться, чтобы повторить этот скип, попытаться. Нет, нету скипа со смертью, нету. Нет, значит, он случайно умер, Эльзорга. Но я тебе говорю, я изучал спидран тактики, нету скипов через смерть. Я VR смотрел, и не VR смотрел, и именно туториал... Нету скипов через смерть.
Кстати, босса я довольно быстро здесь убил, так что... В тот раз. У меня получалось там пару ударов за присест, так что... Ну, в общем, мне сейчас сложно будет сделать этот приват бест. Личный рекорд. Реально сложно. Ну, давай. Ну вообще, конечно, это все фигня. Надо просто бежать нормально. Не умирать на по 100 раз на каких-то хрен моментах поймешь. У меня будет просто сразу там. Я на 5 секунд там, ой, на 5 минут, наверное, улучшу свой рекорд. Может даже на 7 минут улучшу свой рекорд. Если просто не буду умирать как дебил. Ну, плюс, ну, на сложных моментах не буду еще умирать. То есть на лоушене там, да, нормально буду проходить. Ни на каких мистик кэбах не умирать. Ни типа маршрутам, которым не надо идти. И так далее, и так далее. Но можно же нормально пройти. Что это за срань? Приехали нахуй. Давай, помогай. Да ты помогай, а не фигней страдай, ну. Стелс намного быстрее закручивается эта штука. Но только если он именно крутит, а не какой-то ерундой страдает. А, персонал бест. Да насрать. Все. It's slowpoke time. Надеюсь, хоть не умру. Тайлз очень сложно наводить. Я же не могу им управлять напрямую. Только косвенно. А косвенно хрен наведешь. Не буду рисковать нахрен. Даже с одной. Даже с одной не буду рисковать. А все, дальше я там нигде время не сэкономлю, по-моему. Я дальше... А где я там время? На Скайчезе? Нет. На Винг Фортресс? Да, по-моему, я и так там неплохо прошел. ДСЗ я без смертей проходил. А, по секундам там, ну, такое... Буду торопиться, наоборот, умру. То есть мало того, что я сейчас плюс 30 секунд иду. То есть мне нужно 30 секунд сэкономить и еще там, ну... Ну, короче, 31 секунду сэкономить, чтобы хотя бы мини был какой-то лучший результат. This stage is relaxing, but on speedrun it's annoying.
Блин, атмосферный момент Эльзорга. Пожалуйста, не умри, пожалуйста, не умри. Давай-ка по-быстрому постараемся. Давай за три цикла, пожалуйста, давай за три цикла. Так, четыре удара. За два цикла! За два цикла я убил его! Охренеть! Голдсплит, разумеется. Плюс 13 секунд. Нет, не будет приват бест. Блин, персонал бест. Не будет. Слишком медленно. Я сохранил и так... Сколько? До хрена сохранил секунд. Я 17 секунд, что ли, сохранил. Но здесь я не смогу сохранить еще 13 секунд. Четыре, пять, шесть. Все, все. Ну, я доиграю. Run is over. Ну я уже потому что расстроился, честно. Я потому что уже расстроился. Thank you.
Ну ладно, все равно это был хороший забег, кроме конца. Все, на этом стрим заканчивается, мне надо ехать. Всем спасибо, что сидели. Еще раз повторюсь, теперь у нас по субботам будут спидраны. Пока что это будет Sonic 2. Потом, может быть, будут другие игры, да, то есть, ну, вообще, у нас теперь суббота — это спидранский день такой. Ну, надеюсь, я не буду пропускать и так далее. В общем, всем пока. Thank you for watching.